Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, у нас конец сезона через 5 дней. Высшую лигу я взял. И также у меня 1285 самоцветов, поэтому давай-ка мы с тобой приобретем пак. Точнее, парочку паков, да? Наборы. Опять это головная боль для меня с выбором. Так, ну здесь... Здесь, наверное, я все-таки воздержусь. Наверное, либо вот этот вот. Нет, нет, не этот. Че, трясовую, что ли, брать? Ну, давай. Давай возьмем. Поехали. Надеюсь, что-нибудь путевое, ребят, нам выпадет. В прошлый раз мы ничего с вами не получили. Но это стандарт, ребята. Так что тут удивляться нечему. Пошли редкие. Так, это все у меня есть. Мега редкие пошли. Кто там у нас? Ага, вампирчик. Две легендарки есть, ребята. Кто? Так. Гондола, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, у нас, да? Выпала. Это, по-моему, гондола. Да что ты? Дай мне посмотреть. Блин. Что-то тормозит, ребят. Нажимаю с задержкой. Да, это, ребят, гондола Замботы. Нормально. Получить. Так, и дубликаты, если у нас такие есть, нам нужно будет разобрать сейчас их. Утилизировать. Угу. И сколько у меня энергии в данный момент? Покажите, пожалуйста. О, друзья мои, мы можем купить легендарную карту. Вот это уже хорошо. А какую карту взять? Какую карту взять? Я даже и не знаю. Если я играю, например, за нашего бесенка, какую, например, здесь можно легендарочку взять для него? В принципе, вот это неплохая карта, ребят. Как по мне. Это тоже неплохая карта. Что там у вас еще есть, сударь? Угу. Я даже и не знаю. Я вот сомневаюсь, взять что ли его, а? Или не стоит? Может быть, нам вот этого лучше взять? Еще одного. Он как раз стоит 4000, да, ребят? Такая задержка долго идет, я тебе скажу. Вообще. Наверное, ребята, я его возьму. Вот так вот. Очень прикольный гаргантюа. Естественно, если его сразу не уничтожить, то он может наплодить. Будь здоров. Ну что, ежедневки у нас две штуки осталось. Нанесите 20 единиц урона героям Нептусью и травяным кулаком. То есть нам надо будет сыграть за Нептусь, а потом еще и за травяной кулак. Ну что ж, начнем, пожалуй, с Нептуси. Давай. Глянем вначале, что там за колода у нее. А колода вот такая. Такс. Если честно, что-то меня не устраивает такая вот колода. А у Нептуси же еще есть, да? Ну-ка, давай посмотрим, например, вот эту вот колоду.
все на пиратах замешкано у нее, я смотрю. А вот это вот. А это больше на... Это спортивная колода. Может быть, нам ее попробовать, а? Вот эту вот колоду. Только почему у меня вирус один? Это ненормально, этого не должно быть. Вирус... Но 100% вирус уж точно не должен быть один быть. Хотя бы три, как минимум. Как минимум три. Ну что, попробуем, наверное, вот этой вот колоды сыграть. Если спортивная колода не потянет, то можно будет, в принципе, поиграть другой. Посмотрим там уже, ребят. Ну давайте, вот. Кто там у нас? И это у нас Роза. Тоже высшая лига. Тоже высшая лига. Так, ну что, первый ход есть, в принципе. Роза 100% наверняка на хилах идет. Процентов. Так, ну что, потом, наверное, этого поставим, да? Гаврика или как? Ну, давай так сделаем. Угу. Так, сейчас Роза что-то... Ну, да, скорее всего, на хилах. Что-то такое вот впечатление складывается у меня. Я же говорил, ребят, на хилах будет. Такс, ну что, давай попробуем, во-первых, сдуть. Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Этого раздаем. Посмотрим сейчас. Угу. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Ауч. Ну, что, будет превращать, нет? Убрал его, да? Ну, давай сделаем так. Надеюсь, у него молоточка нет или еще что-нибудь. Вон что у него там, смотри-ка. Ну, понятно, ребят, все идет в хилы. Пока не будем трогать. Пока мы трогать это все не будем. Так. Угу. Что у тебя там еще есть интересного? Мне вот интересно знать. Хиляется. Погнали. Блин, у нас очень, ребята, мало здоровья. С этой штукой мы, наверное, не справимся, которая на воде. Хотя, если... Если сделать вот так вот и вот так,
превращает в козла. Значит, все-таки у него была, да, в заначке заклинашка про козла. Поехали. Этого надо как-то убирать отсюда как можно быстрее. Как можно быстрее. Угу. Ёпарасоте. Ну и что мы сделаем? Заморозим этого. И все? Это все, что можно сделать нам? Да, ребята, не канает. Я так и думал, что роза на хилах здесь будет. Бесполезно. И колода у нас... Спортивная колода здесь, ну, не катит вообще никак. Да и на пиратах, если честно, тоже бы она не прокатила бы. Единственное, что... Давай попробуем другую. Другую колоду. Может, здесь нам улыбнется удача. Может быть. А может быть и нет. Без горячего теплого чая, ребят, не могу. Горло болит. Ужас. Скорее всего, ангина. Ангина — это бесявая фигня. Я говорю, с холодами сразу же у меня на горло бронхит. Грудь и горло брон. Это ангина. Сразу же вот это начинается. Так, ну что, мы против бабаха. Вот этот мне как бы здесь вообще сейчас не нужен, если честно. Потому что у него блок идти сейчас не будет в данный момент. Ну, а так как нам ставить нечего, придется, ребята, выставлять. Так, у нас есть осьминог. Ну, осьминог — это тоже неплохо. Так, а бабах у нас 38 уровня, да? Ну, давай будем смотреть. На тебе. Кольнул его, да, своим якорем. Сейчас будем смотреть. У него есть, ребята, не забывайте, удар. Метеоритный. Вот он, а, у него банан. Так, блока мы убрали. На. Пока я ничего здесь поставить не могу. Тут либо защиту, либо вирус, одно из двух. Все зависит от того, кого поставить. Если он поставит мину, тогда будем брать защиту. Либо ягоду он может поставить. Это будет хуже. Фруктовый микс. Фруктовый, друзья мои, использовал он микс. Окей. Давай так сделаем. Если у тебя будет фруктовый микс, да, ты убьешь мне этого пирата, но... Вот что он творит. Вот он что, ребята, творит. Давай сделаю вот так вот. Кто у него там, кукуруза? Нет, для кукурузы еще рано. И все, да? Так, а там мину взял. Поехали.
Так, два пиратика где? Ну, конечно же, сразу срабатывает у него защита. Сразу же, ребят, срабатывает защита. Так, он переместил, да? Так, ну что, если он здесь что-то выставит... Я, наверное, пока пропущу. Мне вот интересно, кого он хочет поставить. Ну ладно. А стоит ли мне вот это делать? Наверное, вот так вот я сделаю. Поехали. Так, 2 хп мы ему оставили, да? А 2 хпшечки. Ну что, я предлагаю сделать, наверное, вот так и вот так. Надеюсь, у него нет могилоеда, а то будет не очень приятно. Жить. Все, ему крышка, ребят. Я надеюсь, ты пробьешь, парень, ему блок-то. Лопушка-то не сгоняешь? Красавчик. Красавчик. А ведь мог блок сработать, как обычно. Так, ну что, друзья. Здесь мы все сделали. Остается нам нанести 20 единиц урона травяным кулаком. Скажу честно, когда я играю против травяного кулака, он меня раздражает. Когда я играю за него я, он меня бесит. Он меня бесит просто своей вот этой тупостью. Своей тупостью, нелепостью. Нужна ли мне... Вот я не видел, ребята, чтобы у травяного кулака вот были ягоды. Но если мы с тобой берем кактус, то вот эти ягоды просто необходимы здесь. Ладно, попробуем. Попробуем сыграть. В основном любят играть на травяном кулаке с помощью бонусных атак. Сейчас посмотрим. Кстати, я вот против этого зомби давно уже не играл, если честно. Посмотрим. Так, у нас есть ягода. Нам не хватает кактуса. Вот единственное, кого не хватает, это кактуса. Начинается, блин. Я думал, что он кого-нибудь поставит в надгробии. Ну, как, ребят, можно вот так играть, а? Ну что, будем ставить ягоду потом туда, или как? Или огурец? Сейчас нахапает карт, блин, утырок, а? Ну что, будем ягоду ставить или все-таки огурец? Вот я не помню, есть там у него валун, нету. Давай попробуем так сделать.
Давай попробуем сделать так. Я так и думал, ребят, что будет у него кровожадность. Что будет у него кровожадность. Так, сейчас думаю, ставить мне крокодила сюда, наверное, да? Или как? Сундук опять. Ага. Что-то дело совсем дрянь. Угу. Так уже будет поинтереснее. Так уже будет поинтереснее. Ладно, давай сделаем так. Черт с ним. Надеюсь, сработает защита? Да хрен там сработает тебе защита. Как же, блин? Напряженка, ребята. Ну что, убираем этого хламона отсюда, да? Я не знаю, кто у него там был. Ага. Понял? Ты понял, кто у него там был? Он все на кровожадностях на своих играет. Так, ну что, следующий будем выставлять вот этот, наверное, цветочек наш, да? Наш маленький милый цветочек. Или кактус будем ставить? Можно, в принципе, кактус сюда поставить. А можно, в принципе, поставить кактус. И вот так сделать. Как вариантик, ребят. Угу. Ну и куда ты будешь бомбить? В кактус, что ли, мне бомбить будешь? Окей. Так, ребят, в кактус бомбанул. Если он собирается заклинашки свои, то ничего не получится. Я буду ставить в следующем ходу тогда вот этого парня. Единственное, что доборы, конечно, их хапает и хапает, а? Так, 5 и 2. Ну что, с этим тоже разберемся, да, я думаю? Будем разбираться с этим. И вот с этим. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Поехали. Так, дальше цветочек пойдет, наверное, да, у нас? Нам нужно тянуть до ореха. Нам нужно тянуть до ореха. Вот так вот, да, решил, значит, ты. А, не могу, блин.
Ну, сделаем так. О, смотри, кто у него тут. Это оставим. Пам-парам-пам-пам. Можно бомбануть. Попытаться, ребята. Можно сделать вот так. Кто там у тебя? Очередной профессор? Нет. Там бомж, зомби-бомж. Все, сразу на очко подсел. Сразу начинает... Подтекло по ляхам у него, я смотрю. Видишь? Начинает уже не знать, что делать. Паника, паника. Паникует. Он меня вот этим напугать, что ли, решил? Я не пойму. Ладно. Что, будем выставлять нашего паренька или как? Ох, если я сейчас этого парня поставлю. Ох, как будет тут, ребята, весело. Такая веселуха. По 6 урона. Мало не покажется. Ну давай, Джорди. Так. Это все, что ты... Нет, ребят, не все. Придется делать тогда, ребят. Придется делать вот так вот. Ага. Ну и так, наверное. Давай смотреть, что тут получится. Лишь бы у него не было бонусной атаки, а так мы можем встрять. Но у него может быть кровожадность. Ну что ты задумался там, ё-моё? Ага. Вот так вот он решил сделать. Окей. Бла-бла-бла-бла, улетел. Пшел отсюда, как говорится, да? Ну и что? Так, мы можем, в принципе, на орех поставить этот. Он опять дурачится, да? Все, надеюсь, ты на этом успокоился, парень. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Но... Давай дальше по твоим правилам поиграем, паренек. Так, это сколько получается? Пятерочка, да? 10 хп у него остается. Тут у нас 7 еще в лицо прилетит. И 3 хпшечки. Как раз вот этот парнишка со своим прочерком все сделает как надо. Опять же, если... Что-то я, по-моему, просчитался, друзья. Нет, все нормально. Угу. Угу. Так, 4, 5, 9, да, получается? Все? Ох.
Ну, этого снесем, этого снесем. Этого снесем. Этот пробьет ему в блок. Насколько я могу понимать. Да, вот тут, конечно, ребята, неудача была. Я думал, что мы его уничтожим. Нет, у нас не получилось его уничтожить. Сейчас этого будет перемещать, наверное, да? У него еще вытягивание двух карт, ребят. Ну, ё-моё. И все? Сделаем так. И вот так. Нет, ребят, ну шаманство. Хотя. Все, это кранты, ребят. Хотя, подожди, если мы пробьем. У него ничего нет, ребята. Не, ха-ха, все. ГГ. До свидания, до свидания, до свидания, дорогой. На. Фух. Отлично. Да, ребят, сам не ожидал. Я думал, сейчас что-нибудь сделает. Ну, как видишь, ни шишарики он не сделал, только отхватил по полной программе. Вот и все. Вот и все, ребята. Ну что, мы отлично сегодня справились. Ну что, ребята, тогда будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.